Жареные пельмени. Как же это вкусно! Но мало кто знает об этом блюде. А блюдо это очень простое и народное. Итак, друзья мои, сегодня мы вам с братом покажем и расскажем, как жарить пельмени. Многие думают, что сначала надо пельмени отварить, а потом их обжаривать. Это большая ошибка. Пельмени достаются сразу из морозилки и выкладываются на заранее прогретую сковородку с маслом. Огонь должен быть не очень большой. Пельмени должны жариться, но не сгорать. При жарке пельмени переворачивать можно от 2 и до 4 раз. Чем больше вы их будете переворачивать, тем корочка будет вкуснее и приятнее. Солить пельмени надо по вкусу. Я обычно солю с 2 сторон. Самый важный и кропотливый момент в жарке пельменей заключается в том, что каждую пельмешку надо переворачивать отдельно. Но зато, когда будет все приготовлено, вы об этом не пожалеете. Такие пельмени можно просто подавать к ужину или к завтраку, или употреблять их с пивом. Все, друзья мои, наши пельмени готовы, и мы пошли их кушать. А вам я желаю рыбацкой и жизненной удачи. Всех благ вам!